На выборах президента Республики Беларусь работает больше представителей национального экзит-пола. Избиратели опрашивают и в Бобруйске. Брендированная сумка, кепка, майка, значок, маска, планшет и, конечно, документы. Именно так выглядят интервьюеры. Они находятся в 10-15 метрах от участков. Тем, кто уже сделал свой выбор, предлагают ответить на вопрос. Согласие респондентов – ключевой момент. Опрос проходит в течение всего дня. То есть, соответственно, каждый час опрашивается определенное количество человек. То есть нельзя, например, за первой половине дня там сделать большое количество и на этом закончить. Нет. Все ограничивается определенными периодами. За определенный период мы опрашиваем точно прописанное количество человек, которое заложено в инструкции интервьюера. Таким образом обеспечивается вот надежность, да, репрезентативность данного исследования. По всей стране за национальным экзит-полом наблюдают эксперты из Великобритании, Швеции, Польши, России и Украины.